дороге! Тормоза дали! Скорее с дороги! Бегите, бабуля! Как тебе удалось? Невероятно, ты спас ей жизнь. Удивительно. Это точно. Если бы я ее не оттолкнул, то она... Можешь гордиться собой. Да, похоже, ты герой. Простите. У тебя суперспособности. Мы одна команда. У нас будет слава. Будут бабки. Не забудь о девках. Не будет никакой славы и никаких девок. Мне не нужно такое счастье. Я хочу быть как все остальные. Не того желали тебе твои предки. Ты ведь мне не отец. Но я люблю тебя как родной отец. Я верю в тебя как твой отец. И я спал с твоей матерью точно так же, как твой отец. Тебе не понять меня. Никогда. Ты в порядке? Титановые клинки режут даже алмазы. Ты что, не заметил? Я не ношу алмазы. Да, это игривая официантка. А у тебя на шее синяк. Это не игривый официант. Собирайся, Лэнс. Мы уходим. Я наложил штаны. Про тетю ему лучше не говорить. Он пока очень слаб головой. Любые неприятные новости могут снова отправить его в ком. Понимаю. Мистер Адамс, к вам посетитель. Кто это, Люсиль? Нет, сэр, не ваша покойная жена, а племянник Рик. И помните, не волновать. Пожалуйста, сэр. Ну да, я ведь больше не стрекозец. На, ты говорил, часовщик тысячи людей убьет. Я ведь сказал, я не герой. Тетя Люсиль умерла. Я прогнал свою единственную любовь. Летать не умею. Лучше бы меня не кусала та дурацкая стрекоза. И, может, лучше бы отец не давал тебе кольцо. На нем начертаны заветы твоих предков. Честь, доблесть, жертвенность, долг, верность, мужество, прямота, братство, низкие цены, доступная ипотека, просторные трусы, халявные сайты, порно. Дальше на латыни. Чего? Рик, путь героя опасен и тернист. Ты можешь упасть или взлететь, но самое главное — чтобы цель твоя была благородна. Помогать другим. Вот призвание настоящего героя. Может, ты прав. И чего только народ не выбрасывает. Поразительно. Вы напарник стрекоза? Но... Так и есть. Мы команда. Что? И как тебя зовут? Меня? Меня зовут Бойцовый. Черный петух. Петух. Он бойцовый черный петух.